безработную, бессовестную, не... на шее сидит у ребенка, у моего Люда, мальчику 27, Люда! Ну... Фая, так ты отворот сделай, давай я тебе рецепт кину сейчас. Читай мне заговоры, не помогай! А мой, вот эти вот компьютерные игры, рэпиш, там пропаганда, насилие, жестокости. Я их не выдержала, я их отпиздила, понимаешь? За дело дала, правильно. Насмотрела я, слушай, новости у вас, что там на Украине творится, как живете? А я тоже новости смотрела. Беспредел! Путин, Навальный, разворовали! Ну все, давай, всем нашим привет, обнимаю, давай, пока! Ну, курица. Короче, на повестке дня общественное мнение. Бежит не одна девушка. Вот я даже в магазине накрашенная, боюсь выйти, а ты со своим страшным еблом снимаешь сторис. Но сейчас не об этом. Танцуй, как будто тебя никто не видит. Танцуешь ты как коряга, ну и что? Ну пусть на тебя все смотрят. Ты-то танцуешь от души. Карандашки мои цветные. Мы постоянно сымся и думаем, что кто-то что-то про нас подумает. Будет мне 60. Я буду сидеть и думать. А мне вот когда-то в 2018 ноготочки Красноярск в Инстаграм написали. Я страшная. И на этом я поняла, что со мной что-то не так. Никогда не будет такого, что вас будут любить все рыбки. И пора жить для себя. Ну я надеюсь, вы поняли. Доча, доча, звонят, дверь открой. Ёб твою мать. Здравствуйте, гости. Я шубку подержу. Слушай, ну какой берет у тебя классный. Это ангорочка? Ну супер, вообще супер. Доча. Там уже гости все собрались, иди хоть покажись. Со школы приходишь, сразу за компьютер. Давай, иди. Это наша младшенькая, кто не помнит. Вот, вымахала. Где невеста, скажи, да? 11 класс в этом году пошла. Мы репетитора по английскому заказали, хочет английский сдавать. Скажи что-нибудь на английском. I from Russia. Умница. В школе нас очень хвалят. Идем в стане. Все, доча, иди, взрослым не мешай. О, настойка мягкая, да? Здесь вот огурчики свежие, вот гвоздички поменьше. Ну, сочные, хрустящие, хорошие. Баночку дать тебе. Тут кабачочки у меня. Вареница вот яблочная наша, домашняя. Ну, в общем, вот так, Люда, и живем. Ну все, давайте. Хоть пока. Да неужели, блядь? Мам, знакомься. Это Лена. Здрасте. Леночка, иди-ка сюда. Это что еще за шлюндров шубить вырожки? Зачем мы сюда притащили? Свататься! Она что, беременна? Смотри мне. Нам соцомблоки еще не нужны. Леночка, вы проходите на кухню, там сейчас чаечек будет. Леночка, а кто ваши родители? Мама свой салон красоты, а папа бизнесмен. Сыново, сыново. Волосёшки, правда, реденькие. Чуть Вере её своди, поди какой клочок ей там приделают, маленько погуще станет. Че девчонка одна там сидит? Иди. Галя, настойка черноплодки осталась? О, вот есть. Сын вместо перегидрольной шмары привез нормальную девчонку. Наливай. Ах, это свадьба, свадьба. Сегодня закрыл. Сейчас в армию заберут, походу. Паскудина, а? Совсем страх потерял, чтоб тебе башку надуло? Шапка твою где? Тут и бестолочь, а какая? Посмотри на Владика. Какой мальчик хороший. Ушки закрыты, горлышко нигде не задувает. Владик, а ты все еще на шахматы ходишь? Ну какой умница, мальчик. Ты что, взрослый себя почувствовал? Так, стоп, я не поняла. Ты зачем чесночный талисман снял? Но все смеются надо мной. Кто смеется? Владик, ты смеешься? Быстро надел. Я жду. Ну вот. Другое дело. Владик, скажи. Вот так, чтоб всегда и ходил. Все, я пошла. Какао, 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 какао. Здравствуйте. С вами семейный психолог Едвига Артемовна. Записывайтесь ко мне на прием. Если вы не знаете, как решить ваши семейные проблемы, знайте, я тоже ничего не знаю. Будем разбираться вместе. Хорошо, хорошо. Че смотришь? Раз, 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 раз. Записывайтесь ко мне на прием. До скорых встреч. Валерка. Все, допрыгались. Я сейчас иду, а наш шакал малолетний сыкуху вот такую зажимает. Нет, ты ж... Главное, ты посмотри, люди ходят, они стоят, зажимаются. Валера, с ним поговори, Валера. О, здравствуйте. Наш юный жеребец пожаловал. Куда ты от матери-то уходишь? Ну-ка, стой. Бриш, подойди. Чего у тебя глазки забегают?
Говори. Ты предохраняешься? Что, ну, мам? Я твоих хламидиоз, а потом лечить не собираюсь. Понять не могу. Мы что, повзрослели? Это что за шкурячий патруль за тобой ходит, а? Сына, ты маму вот послушай, тебя еще таких будет много. Сына, мать плохого тебе никогда не посоветую. Нам невестка нужна хорошая, из хорошей семьи. Да не доводи, бать! Как же вы мне надоели с твоим отцом, а? Да что? Маргарита, Маргарита, Маргарита. Сына, а дядя Лешин племянник, я смотрю, уже резину зимнюю ставит. И глазки-то не закатывай. Вот если ты кому-то в зад въедешь, у нас с отцом на твои ремонты денег не будет. Все, пошли. Резину менять будем, сына. Инструмент неси. Я что-то не поняла. Где все отцовские инструменты? Глаза смотри. Весь дом уже растащил. Ладно. Мать всегда выход найдет. Сына, я дома? Что это мы опять за компьютером? Иди резину зимнюю ставь. Вот на, вперед с песней. Ножками побыстрее. Сына, ключ забыл. И что без матери сделать не могу? Ой, девушка, я вам отхерачила случайно 3 ногтя, но ведь ничего. Ничего, я примерно так и хотела. Спасибо. Фаечка, реснички нарастила. Слушай, нехорошо тебе. Ветки, прям ветки. Ну как хоть вы тут без меня? Фаечка, ты окна давно мыла? Ну все заляпаны, ну видно же. А чем моешь? Я тебе для чего уксусный раствор давала? Фая, капустку мельче руби. Ты же знаешь, что Валерочка любит мелкую, хрустящую, как я готовлю. Опять все не на своих местах. Ну штаны ведь не тут должны лежать. Штаны с шортиками, футболочки с кофточками. В этом доме никто ничего не хочет делать, кроме меня. Фая, ты хочешь, чтобы у ребятишек астма появилась? Все в пылище. Все-таки эту плитку положили. А кто выбирал? Валерочка, ну сразу видно вкус, да? Весь в маму. Сыночка, какой молодец. А ну хорошая плиточка. Че, Фаечка, подумала? Останусь, наверное, я у вас на недельку-другую. Маленько погощу. Да и вам, я смотрю, плохо тут без меня. Давайте. Стилита. Здравствуйте. Музыка есть? Погромче сделаю. Ага. Слушай, командир, печку навали. Огонек будет. Юбки она. Конечно, рожать-то мы уже не собираемся. Посмотри, какое поколение. Блять. Я сват Володя вчера машину в кредит взял. Это вот в долгах как шелка, а машины в кредит берем. Слушай, у тебя тоже машина хорошая. Ты почем брал? В кредите? Стойки уже слышно, стучат, конечно, стучат. Верок мой черкни, мужа шиномонтажка своя. Подлатай твою ласточку. Давай записывай. Записывай, записывай, что смотришь? Раньше, да, было? Раньше хорошо было. Все люди добрее были. Раньше жизнь другая была. Слушай, ты печку-то выключи. Жопу уже всю напекло. Едешь-то куда? Кто ты сигналишь? Шеф, в магазинчике тормозни. Сколько с меня? Че так дорого? До свидания. Нет. Довольная. Тихо. Еще раз. Ты нихуя вывезла. Да что за спецэффекты-то тут эти желтые нахуй болтают? Drop it. А как думаете, я динамик закрываю, нет? Распашонки, а может половину видео? А он там девочка. НТВ! Мы из НТВ! Это все на камере есть, да? Глаза открой, Катя. Она видео снимает. Это смешно было.